Дарин, мы тебя поздравляем с днем рождения от всей нашей большой семьи команды «Космос». Мы очень рады, что ты была у нас уже и ждем тебя снова. Желаю тебе никогда не расстраиваться и успехов в хоккее. Поздравляем! 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 Ребята, здравствуйте! Спасибо большое за поздравление. Мне очень было приятно. Благодарю хоккейный клуб СКА за помощь. Спасибо большое. Мне посчастливилось снова выйти на лед Татнефть-арена. Чтобы отпраздновать день рождения Дарины. Вот эти энциклопедии будут вручены детям слэш-команды Акбарс, которые готовятся сейчас к тренировке. В 2009 году мы здесь космонавтам вручали 4 чемпионам мира свои подарки, вышли на лед вот именно там. В 2019 году на этом месте мы вышли, чтобы вручить щенка мопса Дарине на Новый год. Ну уже мы с Монолитом здесь завоевали кубок Белого Кремля, играя на этом льду. И сейчас вот снова к Дарине в гости. На лед Татнефть-арены. Дарина, от всей команды мы благодарим тебя, что ты являешься частью нашей семьи. И желаем тебе от всей команды огромного здоровья и успехов в этой жизни. Мы рады, что ты с нами. И надеюсь, также с нами будет развиваться новый кусок победы. Сегодня на день рождения я сказал его слова, которые Судай Кайдарович говорил на нашем дружбе Нижнем Новгороде на открытой площадке. Ребята, вот вы подружились с хоккеем, это такая классная игра, вы вот эту дружбу между собой, между другими командами, ребята, принесете через всю жизнь. Поэтому я вам желаю, конечно, здоровья, я желаю вам оставаться в игре. И самое главное, говорю космонавтам, быть надежным другом и дорогой дружбой. Это самое важное в жизни. А сейчас, раз подарили праздник, да, мы всем вам вручим, привез специально космонавты, передали вам энциклопедии в подарок. Поэтому сейчас мы с тренером. И еще сегодня, ребят, давайте поздравим, что включим тренера вашей команды, потому что сегодня в России празднуется день тренера. Давай.
Там еще.